Новое цирковое шоу «Триумфаторы рызыки» – это каскад неверогодно смелых трюков. Поветренные гимнасты, которые лунают под куполом цирка, притягивают до себе погляды глядачов и примушают их сердце замирать. Незвычайно видовищный номер – несбалансованная дошка баллада про Осетию. И он выконывается на уникальном аппарате, где только полное взаимодействие и синхронность рухов акробатов дозволяют ему триматься на тонкой перекладине. Уражаюсь безумовные нумары с дрессированными живелами. Горызные малпы, попугаи, собаки и пони демонстрируют глядашам свои уникальные умения и дарят им веселый настрой. Подтримливают бадеры настрой глядачов на протягу усяго представления комичные нумары клоуна. Стримать усмешку, глядя на его репризы, просто немагчыма. Так само в программе выступление жонглеров, иллюзионный аттракцион, оригинальные фигурные элементы на велосипедах. Сирот самых эффектных и небеспешных нумаров – сустрэчные орели, которые выконываются без страховки. И гонки на мотоциклах на максимальной худкости внутри металличного сеткового шара. Яскравые выступления лауреатов международных фестивалей и профессийная дрессура нового шоу створают незвычайную атмосферу с особливой энергетикой и дарят глядачам лепшие узоры циркового майстерства сусветного узровня. У нас очень рискованные номера все. У нас есть акробаты на качелях. У нас есть воздушные гимнасты на уникальных аппаратах. У нас есть уникальные мотоциклисты в самом маленьком шаре Европы, 4-метровом. Так что у нас есть что увидеть. Мы ждем вас, приходите. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».